Дорогие друзья, запомните эту дату. 13 января в 19 часов состоится премьерный показ интервью с уникальным выпускником 2021 года, учеником Раменской гимназии Антоном Голубевым, который сдал ЕГЭ на 297 баллов и превратил их 310. Кому интересно это видео? Ну, конечно же, школьникам, которые планируют сдавать ЕГЭ. Безусловно, педагогам, учителям, руководителям образовательных учреждений, родителям, всем, кому интересны неординарные, нестандартные личности. Итак, запишите еще раз. 13 января в 19 часов, где бы вы ни были, вы должны обязательно подключиться к каналу «Провинция рулит».